Новая плитка на участке от улицы Маяковского до Ульяновской, а также пандусы. В Самаре продолжается ремонт на улице Садовой. Работы производятся на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Основные усилия рабочих сейчас сосредоточены на обновлении тротуаров на отдельном участке площадью 5600 квадратных метров. Из них привели в порядок около 2000. На объекте удалили старое покрытие и полностью поменяли основание. Теперь выкладывают новую плитку толщиной 8 сантиметров. Она более качественная, чем до этого. Лежала на улице Садовой, так как там есть места с плиткой 4 сантиметра. Это та плитка, которую застройщики укладывали при застройке территории существующей. Плитка прошла все, проходит по всем требованиям и нормам, поэтому надеемся, что данная плитка прослужит не один год точно. Применение современных материалов – одно из основных требований реализации дорожного нацпроекта. Новая плитка на улице Садовой сделана по последним технологиям и способна выдержать неблагоприятные погодные условия. На заводе установлено самое современное оборудование, используется немецкая технология при опрессовки бетонной плитки, то есть она долговечная, не боится влаги, замерзания получается, промерзания и устойчива к выкрашиванию. Подрядчик позаботился не только о красоте тротуаров, но и об удобстве и безопасности жителей. На всех пешеходных переходах предусмотрены пандусы. С ними будет легче передвигаться маломобильным гражданам и родителям, гуляющим с детской коляской. Ну вот даже сейчас вот здесь вот пока-то, вы видите, вот здесь бордюр, он пониже. А то ведь ходили высоченные бордюрища были просто. И я помню, как коляску-то я возила, боже мой, как чтобы ее перевезти. Ну видно, что заботу все-таки проявляют какую-то, чтобы людям удобнее было. Кроме того, на улице Садовой установили антишумовые крышки люков. Уже уложено новое асфальтобетонное покрытие по всей ширине проезжей части, от полевой до затонной. Ремонт дороги продолжается. В финале будут обустроены газоны. Также рассматривается вопрос об устройстве тротуаров в границах улиц Полевой до Маяковского. По информации профильного департамента, данный участок дополнительно благоустроят, если удастся сэкономить средства во время ремонта на улице Садовой, не в ущерб качеству. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.